Доброе утро, друзья. Хороший день начинается. Но у нас аудиоканал. Аудио. То есть я сегодня тоже расскажу об аудиоприблуде, которую приобрел на AliExpress. Я заметил, что пользователи иногда сетуют на отсутствие Bluetooth интерфейса в своих колонках. В помощь к этому могла бы прийти вот такая вот штука, которую я действительно купил. Стоит она $1.6, если я не ошибаюсь. Я попытаюсь показать ее крупно. Вот такой пакетик пришел ко мне в конечном итоге. Ехал он недолго. Посмотрим. Это приемник Bluetooth. Приемник. Ну, инструкция какая-то, которая, как я понимаю, ну, мало информативно. Хотя вот какие-то кнопочки есть здесь показано. Что управляется уровень, мультифункшн, уровень и следующий. Тра-та-та. Эта система имеет протокол, поддерживает протокол управления плеерами, то есть с обратной связью. То есть мы рассмотрим это в описании на сайте. Пока же вот, собственно, сам приемник с клипсой для крепления на одежде. Переходник в случае применения кабелей другого папа-мама. И кабелечек micro USB для подзарядки аккумулятора, который находится в середине. Что требуется для подключения этого устройства? Я взял кабель, который идет от моего ресивера, пионер, который стоит здесь рядом, и подключаю к выходу, выходу ресивера, который находится в его торцевой части. При этом больше никаких действий совершать не надо, остается только законнектить его с телефоном, ну или источником сигнала, которым вы намерены управлять Bluetooth. Для этого я включаю Bluetooth. Определяется оно как некое B09. Не знаю, это что-то вам говорит или нет. Название. А, его необходимо, конечно же, включить. Пробулькало в колонках. Сбой подключения. Это плохо. Однако здесь подключено. Высветилось. Здесь синий индикатор показывает, что он совмещен с плеером. И, видимо, я могу выбрать какую-то музыку. Ну, Angela Mercy. Ну и все. И заиграло, собственно говоря. Ничего очень сложного в этом всем не было. Что еще можно? Ну, тут набор треков, которые я обычно использую, потому что Bluetooth не позволяет использовать нелицензионную музыку, вы знаете. Ну, однако, можно какие-нибудь разносолы попробовать поделать. Например, если взять... Можем попробовать генератор прогнать. Вот услышите тон. Ну и вплоть до самых высоких частот. Можно сказать, что система отрабатывает нормально. Вот как выглядит на сайте AliExpress этот приемник Bluetooth. Цены, вы видите, совсем не катастрофа. Я такое купил, оно ко мне приехало. Bluetooth версии 4.1. Сейчас посмотрим, что тут здесь еще пишут. Ну, для нас, видимо, полезными будут эти параметры. Аудиоприемник Bluetooth из пластика. Одна штука черного цвета. Версия 4.1 Bluetooth. Частотный диапазон 2.4 ГГц. Поддерживается профиль Advanced Audio Distribution Profile. На расстояние, на котором он работает, до 10 метров. Питается от мини-USB порта 5 вольтами. Зарядка 30 минут всего, а время работы 4 часа. Ну, довольно достаточно, я не знаю, наверное, во многих случаях. Вот так вот он выглядит в увеличении. То есть, вы видите, есть кнопки управления плеером и кнопка спаривания, то есть подключения к плееру. Носить его можно вот так вот с собой. Вот варианты использования. Ну, в моем случае это просто подключение к колонкам с тем, чтобы
передавать на них по беспроводной связи, по Bluetooth-каналу. Не очень высокого качества, но тем не менее удобно в многих случаях. Я лично не пользуюсь, но люди спрашивали. Я провел такой вот эксперимент на себе, так скажем. Взял, купил, привез, получил, проверил, работает. Даже какие-то частоты прогнал. То есть частотный диапазон работает наверняка хорошо. Битрейт довольно низкий, скорее всего. Это MP3 128. И можно это сказать, назвать простым способом доставки музыкального контента на колонки, не оснащенные Bluetooth приемником. За всем пока, ребята, я сделал все, что мог сегодня. День в самом деле хороший, как, впрочем, и любой другой.